В округе продолжается фестиваль школьных музеев «Мы помним». Второй год его проводят по инициативе Люберецкого музейно-выставочного комплекса. Свои школьные экспозиции членам жюри презентуют сами ученики. Посетила фестиваль и поприветствовала участников депутат Московской областной думы Лидия Антонова. Здесь можно прочитать историю человека, который прославил свой край. Здесь можно узнать о вообще истории нашей Родины, о краеведении. И вот то, что вы, ребята, посвящаете этому свое время, и то, что у вас есть такие замечательные наставники, которые здесь присутствуют, и вы решили в этом году участвовать в этом конкурсе вновь, это очень приветствуется. Очень большое вам спасибо за это. В фестивале участвуют 12 школьных музеев военно-патриотической и краеведческой направленностей. На каждом стенде своя история. История в лицах. Боевой путь люберчан, героев Советского Союза и участников локальных войн, достижения испытателей, ученых и инженеров. Особое внимание самым молодым музеям. Один из таких появился в ноябре прошлого года в 16-й гимназии. Он посвящен истории российского флага. У нас представлен не один, а сразу два. Это белый и красный стяг. Используются они на полях сражений, собственно, поднимались, чтобы можно было отличить своих от чужаков. Интересная история связана именно с красным стягом, он висит вторым в нашей коллекции. С ним ходил Игорь Юрикович Наполовцев. Палитра музеев по содержанию и разнообразию деятельности гораздо красочнее, чем отражают стенды. Но в чем уникальность каждой экспозиции, понять можно. Когда я прошла по этим стендам, а их здесь 12, у меня появилось какое-то отношение к каждому из них. Но когда я посмотрела на лица ребят, они настолько волновались, переживали каждый за свою работу, что я не могла поставить никакой оценки, только знак равенства. Они не безразличны к тому, что они делают, и это очень чувствуется. У жителей округа тоже есть возможность увидеть конкурсные стенды и экспозиции. Выставка открыта в Краеведческом музее до 12 мая. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.